котики, и сегодня я вам покажу свои коллекции, которые я сделала к новому учебному году и вообще, в принципе, к Новому году, потому что большинство старых коллекций, а точнее, почти все старые коллекции уже закончились, я их до конца все-таки дооформляла, вспомнила фильмы, которые я смотрела, вспомнила также книги, которые я прочитала и так далее. Видео, как я заполняла, точнее, какие у меня развороты с трекерами привычек были до этого, вы можете посмотреть на моем канале, перейдя вот тут вот, либо вот тут вот где-то будет значок, куда вы можете нажать и перейти на видео. А сейчас приступим к новым трекерам. У меня не получилось их сделать полностью, чтобы они шли друг за другом, вот. Но я их немножечко разделила. Самые главные трекеры я отправила сюда, которые, в принципе, поменяются, скорее всего, еще далеко не скоро. И остальные я отправила уже после 3 месяцев, потому что тут оставались чистые странички, и мне не нравилось, что тут они не оформлены, просто белые, пустые. И подумала, почему бы и нет. Собственно, первым делом я сделала коллажик, точнее, заполняла я его только вчера. Тут была пустая страница, которую я хотела как бы отметить начало моего нового ежедневника, если так можно сказать. Как бы, когда я начала вести YouTube, для меня ежедневник стал чем-то большим, нежели просто планирование, поскольку он создает контент моим видео. Собственно, тут вот такой вот прикольный коллажик, который я сделала, снова повторюсь же, вчера. Тут в основном все связано с косиками. Нашла старые распечаточки и решила их сюда вклеить. Мне очень нравится вот этот код, а еще это мой любимый код был с пачки наклеек, про который я вам уже рассказывала в Инстаграме и на своем YouTube-канале. Вот, и, собственно, смотрите, какие они все лапочки, я прям не могу. А это кости или сверхъестественного. Те, кто не смотрели этот прекрасный сериал, советую вам посмотреть. А еще, к сожалению, у меня не совсем хорошая картинка, потому что сегодня достаточно пасмурная погода, и поэтому у меня не получилось нормально выставить свет, потому что, в принципе, у меня его и нет. Я снимаю напротив окна во время дня, и поэтому картинка еще более-менее хорошая. Собственно, не будем об этом долго разглагольствовать, просто красивый коллажик. И следующий разворот, точнее не разворот, а следующая страничка, это мои мечты. Тут я не стала его пока что оформлять, потому что хотела сначала отснять видео, потому что это немного чуть-чуть интимная, так сказать, для меня тема, если так можно сказать. И, собственно, все я оформляла в одном стиле, желтый цвет плюс надписи и наклеечки. С котиками, кстати. Тут я наклеила вот такого вот котика, потому что мне кажется, что он как будто летит немножечко. Вот, мои мечты, и все. В принципе, тут я потом напишу мои мечты. Следующий календарь на первый семестр. И, в принципе, не только на первый семестр. Собственно, он и после Нового года еще 2 месяца затягивает, но ничего страшного. Собственно, сами календари с важными датами, которые я потом впишу сюда, и всякие различные миленькие лежащие котики. На самом деле, не бойтесь косячить, потому что, к примеру, вот тут вот я страницу накосячила, поэтому я ее полностью заклеила. Тут я неправильно рассчитала, и в итоге у меня вот тут вот осталось достаточно большое пространство, я просто заклеила его сюда котиками, поэтому не бойтесь того, что у вас вдруг что-то не получится. Как минимум, это ваш ежедневник, и вы делаете в нем все, что захотите, и можете вот, к примеру, сейчас это выглядит так, будто это и задумано было изначально, но нет. Расписание звонков и расписание пар, тут я не вижу смысла долго останавливаться, тут будет просто расписание звонков, я боюсь, что в этом году его поменяют, хотя навряд ли, очень маловероятно, потому что уже много лет оно как бы такое, и, собственно, оно такое будет. И расписание пар, которое я тоже заполню в сентябре на первый семестр. И то, о чем я говорила. Дальше идет май, то есть майские развороты, которые вы также можете видеть на моем канале. Собственно, если зайдете в плейлист, где будет написано «Развороты на месяц», и там вы можете увидеть, к примеру, вот этот вот разворот. Это майский разворот. Его я оформляла прямо на камеру. Яркий, интересный, собственно, разворот на июль. Также вы можете видеть у меня его на канале. Разворот на июль.
тоже можете видеть у меня на канале. Собственно, эти все три разворота я оформляла прямо на видео. Они занимали достаточно много времени, достаточно трудоемкий процесс, но, в принципе, это того стоило. Можете перейти и посмотреть. И снова мы возвращаемся к трекерам. Я специально их так разделила вот такими вот разделителями. Молодец, Лен, профессионально. И, собственно, я начала, наверное, с фильмов, то, что я хочу посмотреть. Тут такие милые коты, я прям не могу. Все сделано в одном стиле, все сделано достаточно интересным. И, собственно, ничего особо не поменялось, вот, к примеру, в фильмах. В принципе, трекеры фильмов у меня и до этого были почти такие же, вот. Только единственное, было в розовом цвете, теперь и в желтом цвете, потому что... Не знаю, в этот раз желтый мне хотелось больше. Он такой яркий, поднимает настроение, и реально хочется что-нибудь делать. Собственно, страничка с «Хочу посмотреть». Тут в основном фильмы, которые советовал психолог Вероника Степанова, но не только. Я также тут записала, к примеру, «Круэллу», которую я очень хочу посмотреть, «Душа», офигенный мультик и так далее. Фильмы, которые я уже посмотрела, это «Поворот не туда», ужастик смотрела с молодым человеком, и «Отряд самоубийц», первая и вторая часть. Первую я посмотрела, потому что собиралась идти на вторую, и, честно сказать, фильм мне не очень понравился. Абсурдный какой-то юмор, много резни, будто... Даже не знаю, как объяснить. Ну, в общем, мне не сильно понравилось. Единственное, что мне понравилось, это Харли Квинн и игра актеров. Вот игра актеров реально крутая. Собственно, я сделаю еще один разворотик с фильмами, и еще один. Я надеюсь, что я реально посмотрю так много, но что-то мне, не знаю, возможно и нет. На сериалы я отвела... Как-то миленький. Да, умею отступать вообще от темы. И, собственно, на сериалы я вывела всего одну страничку, потому что сериалы я почти не смотрю. Единственное, сейчас что-то вот хочется, но что-то не идет. Посоветуйте, кстати, сериалы, пожалуйста, в комментариях. Если возможно, немножечко рассказать про что там, потому что желательно сериалы в формате либо ужас, либо в формате какого-то детектива с ужасом, что-нибудь подобное. Не советуйте, пожалуйста, никакой «Ривердейл», к примеру, потому что мне он не понравился, не люблю подобное, когда там завязаны школьники, студенты, и вот они такие молодцы, короче, все расследуют, и вот они все могут сделать найс. Просто спасаем мир. Давайте приступим к следующему развороту. И следующий разворот — это анимехи. Тут я буду записывать как серийные анимехи, как, к примеру, я начала смотреть «Добро пожаловать в класс до особо одаренных». Кстати, мне понравилось. По крайней мере, половину, которую я просмотрела, я прям в восторге от этого аниме. И тут везде котики обклеены. Надпись «Аниме», желтая полоска. Тут по краям точечки, чтобы все выглядело более... интересно. И, собственно, последний разворот. Последний разворот это трекер YouTube, который я собираюсь более-менее постараться быстрее заполнить, потому что, в принципе, цель не такая большая, это 3000 подписчиков. Вот, но пока что у меня нет даже 50, хотя еще несколько человек, и я уже смогу закрасить первый свой прямоугольничек, первую свою цель. И накопление. Я не знаю, за какое время, но просто я считаю, что нужно немножечко скопить денег. Вот. Все распланировать, потому что не сорвешься же просто так. И, собственно, накопление от 500 рублей до 50 тысяч. Надеюсь, что я их накоплю за достаточно быстрый срок. Но посмотрим. Возможно, скорее всего, я буду делиться своими достижениями, своими комментариями по поводу фильмов и так далее на своем инстаграм-аккаунте. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, там очень много интересного. К примеру, скоро я куплю бюджетные маркеры и сделаю на них обзор в инстаграме. И если хотите полный обзор, возможно, даже с каким-нибудь легким рисунком, скетчем, я сделаю на своем YouTube-канале. Вот, пишите в комментариях, если вам это интересно. И, собственно, тут везде котики. Молодец, перескакиваешь с темы на тему. И несколько пустых страниц, которые я собираюсь, скорее всего, тоже заполнить, но пока что никакие особо трекеры я делать не буду, потому что все основные, которые мне нужны были, я сделала. Ну и тут разворот на август, который вы тоже можете посмотреть на моем YouTube-канале.
с итогами лета. Совсем скоро будет. А теперь спасибо за внимание большое, котики. Всех целую. Всем пока-пока. До встречи.